друзья, если эта карта не врет, то мы в Бостоне. Это прекраснейший город с несметным количеством достопримечательностей. И о каждой из них мы вам сейчас подробно расскажем. Итак, в Бостоне есть Paramount Music Hall, Чайнатаун, автовокзал, причал, ёлка, Liberty Square, Бостонская бухта, бостонский главпочтамт, городская ратуша, наверное, краб! Ну и, конечно же, главная достопримечательность Бостона – это аэропорт, в который прилетела команда Virtus.pro. Наши парни летели из Калифорнии целых 6 часов. Ну и, само собой, единственное, о чем они думали, это как бы поскорее ступить на землю бостонскую, ну или прильнуть к жене любимой. А к ним можно вообще? Да, я тебя умоляю, можно. Ну они же отдыхают, наверное. Нам можно. Я не знаю, Маша. Рум-сервис. Здрасте. Официально мой любимчик. Рассказывай, как тебя поселили, как тебе живется? Отель нормальный, не жалуюсь. Вот кроватки, живу с аналитиком. Я ее купил еще в Маниле. Она мягенькая. Ну, и удобно в ней. А это твои любимые персонажи из «Мстителей»? А нет, там была такая и розовая. Вот я такую себе взял. Парни очень логичные люди. Не подкопаешься просто. Ого, она тяжелая? Но я она... такую тяжелую не держала никогда. Механическая, как у всех профессиональных игроков. Реально кликается по-другому. Я вообще давно не кликала ничего, и по-другому, это по-другому. Ну, есть мышка, Sensei, тоже SteelSeries, ну, так как у нас спонсор SteelSeries, вот на них играем. Можно, тоже брать. Скажи, а вот это вот что-то необычное, почему этот провод вот такой? Почему это не просто провод? Ну, он не залипает нигде, не прилипает ни к чему, удобный. Не быстро, но уверенно я постигаю мудрость и дзен. Все нормально же, мы спросили, хватит нам. Товарищи, эти прекрасные парни проделали огромный путь и прилетели сюда, в Бостон. Чтобы порадовать вас. И... Сейчас Вова расскажет нам, что происходит у них в практис-руме. Привет. Здравствуйте. Компьютеры. И еще один компьютер. Здесь невероятно, но еще один компьютер. А ты логичен, с тобой да. Не поспоришь. Вот Павел Хвостунов, герой нашей команды, и его друг Роман, Келли нашей команды. Привет, алоха. Мы будем стараться на полную катушку.